Добрый день, уважаемые жители Матвеева-Курганского района. Разрешите мне еще раз напомнить вам, что с 1 сентября 2021 года на территории нашей страны действует программа «Пушкинская карта». Пушкинская карта – это специальная банковская карта, виртуальная или пластиковая, для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, которая дает возможность посещать культурные мероприятия за счет финансовых средств государства. Чтобы получить пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги и подтвердить учетную запись. Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта. Установить мобильное приложение госуслуги культуры. QR-код для скачивания данного приложения размещен на сайте госуслуг. Затем подтвердить выпуск пушкинской карты. Можно оформить виртуальную карту МИР прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта-банк, предъявив паспорт и СНИЛС. С 2022 года номинал пушкинской карты составляет 5000 рублей. Расплачиваться данной картой возможно только при покупке билетов на культурные мероприятия, концерты, спектакли, выставки, фестивали, киносеансы. Учреждения организации культуры предлагают разнообразную афишу, которая постоянно пополняется. Деньги на счет таких карт направляются государством. Срок начала действия карты отсчитывается со дня достижения гражданином 14 лет и завершается по истечении 12 месяцев со дня достижения 22 лет. Учреждения культуры нашего района также участвуют в этом проекте. К этой программе подключены кинотеатр «Октябрь», районный дом культуры, детская школа искусств, межпоселенческая центральная библиотека, краеведческий музей и всесельские дома культуры. Еще раз повторюсь, пушкинская карта – это уникальная программа для школьников, студентов и молодежи, которая позволяет бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России. Номинал карты составляет 5000 рублей. Важно помнить, что перечисленные на пушкинскую карту деньги можно использовать только до конца текущего года. Все неиспользованные средства просто сгорят. По вопросам пушкинской карты обращаться по телефону 31760 в отдел культуры, 31307 в методический кабинет районного дома культуры. Спасибо за внимание.